ладно, выключу. Ой, господи, мамочки, что это было? Доброе утро, Соня. Доброе утро, Марьяна. Что это было? Такое ощущение, что кто-то выключил, что-то пожужжал. Так это я вентилятор. Ты же знала, что я спала. Ну, прости. Ну, что прости? Что прости? Давай меня расчесывай. Кстати, я хочу посмотреть, как я буду выглядеть внешним видом. Да, давай я помогу. Это что такое? Это пранк? Да? Сначала жужжать, потом выключить, напугать, а уже вот... Это не я. Наверное, это качалось и... Вот. Ой, извини. Ой. Ты что, меня снимаешь? Да. Кстати, всем привет. Это мое утро. Да. И, кстати, кто еще не подписался, ставьте лайки и подписывайтесь. В конце я не буду это говорить. Ну, что? Как что? Ты своего медведя там забыла? Вот, держи, на. Не хочу. Не хочу. Ишь ты, какая... А что тебе еще? Расчесать. Сейчас расчешу, только я не буду снимать. Это будет очень долго. Ну, в принципе, не очень. Ну да. Кстати, ребят, я видела такой классный канал «Познаватель». Там Мишка, Валерка, над ним вводят... всякие разные челленджи, там проводят над ним всякое разное, и они делают сладости. Кто еще не подписан на этот канал, ссылочку ставлю в описании. Так, я почти тебя расчесала, осталось только хвостик. Да ты уже расчесала. Все. Обратите внимание на волосики Селестии. Они красивые, и мне нравится голубенький цвет. Ну, кому-то еще нравится тоже такой цвет. Мне обычно нравится. Хватит мачкать мои волосы. Давай уже ожерелье. Я устала ждать, пока ты его мне наденешь. Что это за безобразие такое-то, а? Ладно. Кстати, друзья, кто не помнит меня, я Селестия. Привет. Да. Я умею летать. Да, она умеет летать. Ну что, надеваем? Да. Эх. Я положу телефон, потому что мне так неудобно снять. Вот все. Да, все. Вот, я красотка. Ну что, давай поиграем. Угу. Мне так понравилась эта игра. Угу. И не только тебе, но и мне. Да. И у тебя замок такой прелестен. А ну не трогай мою дверку. Я сама ее закрою.
Да закрывайся же ты. Закрывайся. А, о. Так, а ну не психовать, а? Ну, давай закрой. Пусть уже так будет, Селестия. Все равно ты будешь туда заходить, выходить. А, ну, как скажешь. Пш-ш-ш. Что-то пищало. Что это было? Мне как-то страшно. Ребята, если подписывайтесь скорее на канал. Если подпишетесь, то будет это этой серии продолжение. А мы пойдем разбираться, что это было. Продолжение следует.